третью эпоху Средиземья вновь пришла война. Саурон стремился вернуть себе кольцо, залог его возрождения. Темный властелин склонил многих на свою сторону. Одним из его сторонников стал могущественный волшебник Саруман. Война пришла в Рохан, заставив короля Теодена искать убежище в Хельмовой Пади. И вот огромная армия идет на приступ древней твердыни. Уже готовы осадные машины. Чтобы выжить, обороняющиеся должны отстоять крепость. Но Саруман искусен и хитер. Победить его непросто. Вы готовы к бою? Хельмова Падь не достанется врагу. Защищайте стену! Захватить стену! Они карабкаются по лестницам! Еще не победа. Убивайте берсерков! Бейте их! Они заложили взрывчатку под стены. Убейте берсерков, пока они не подожгли фитили. Не дайте им дойти до стены. Бейте берсерков! Убейте их! Остановите берсерков! Сегодня мы победили! Отступим в лагерь, пока враг не собрался с силами! Все назад! В лагерь! Катапульты бьют в стену. Скоро Урукхай прорвутся внутрь. Отступаем! Главные ворота не должны пасть. Враги рвутся в главные ворота. Не пускайте их внутрь. Защищайте ворота! Обстреливают дамбу! Ха-ха-ха!
удерживали главные ворота, пока хватало сил. Но стена разрушена, и врагам удалось захватить ворота. Нам нужно отступать в тронный зал. Урук-хай ворвались в тронный зал через блистающие пещеры. Мы должны помочь Теодену выбить их оттуда. Я рад, что ты здесь. Враги завалили пещеры, и мы в ловушке. Помоги нам разгромить врага. Живее! Мы должны изгнать врагов из крепости! Вперед, воины Рохана! Захватите развалины стены! Мы примем бой здесь! Захватите стену! Победа или смерть! Последнего вздоха! Ярость и разрушение!
люди Рохана! Защищайте это место! Остановите их! Мы выстояли! Теперь это наша земля! Благодаря мужеству и самопожертвованию своих воинов, король Теоден одержал победу. Но опасность еще не миновала. Она таится в подземельях Изенгарда и пещерах Мории. С вершины Черной башни Мордора Саурон повелевает силами тьмы. И все же народы Запада готовы противостоять злу. Воины Гондора стоят на страже, и древняя сила, дремавшая много веков, готова прийти им на помощь. В этой великой войне нас поведет в бой Белый Маг, ибо его судьба в том, чтобы сразиться с Сауроном. Их противостояние решит судьбу Средиземья. Полагая, что его армия уничтожила короля Теодена и воинов Рохана в битве при Хельмовой Бади, Саруман чувствовал себя в безопасности в башне Ордханка. Но могучие стены Изенгарда не смогли защитить его от гнева энтов и людей. В темницах Сарумана пленники Рохирим ждали того дня, который принесет им свободу. Но Саруман был готов обрушить на врагов всю мощь своих армий и всю силу своих чар. Исход битвы еще не ясен. Что будет, когда сила энтов и доблесть Рохирим столкнется с яростью Сарумана? Когда-то здесь пытали наших соплеменников. Мы должны взломать вход в подземелье. Убейте охранников! Пробивайтесь ко входу! Лучники! Только волшебство защитит нас! Пламени. Уничтожьте это устройство!
Уничтожьте огненную машину! Она здесь, в подземельях орков! Разрушьте огненную машину, прежде чем она погубит наших союзников! Теперь, когда Сармановых машин больше нет, многие спасутся. Ключ от башни Артханка в руках Грима Червеуста. Мы должны захватить его и отнести Древобороду. Гримы больше нет! Скорее! Пробивайтесь наверх! Доставьте ключ Древобороду! Ключ лежит где-то здесь! Разыщите его! Ключ Артханка! Спешите к Древобороду! Ключ Артханка! Ты хорошо потрудился! Знаешь, не должен убивать время. Найди дремлющего Энда и призови его на поле боя. Мы приветствую тебя, Энты, выступили в поход. Орки стреляют по нам с башен. Башни нужно разрушить. Помогите нам уничтожить сторожевые башни. Конюшни! Не дайте Саруману выбраться из башни Артханка! Поставьте стражу у ворот башни! Изенгард наш! Теперь самое главное среди наших воинов должен подняться в башню и сразиться с Саруманом. Роханские оборванцы, прочь! Возвращайтесь в свои конюшни! Подняться по лестнице не так сложно. Гораздо тяжелее будет победить Сарумана.
Мы победили! Власть Сарумана пошатнулась. Он не смог противостоять отваге своих врагов, и возмездие за предательство настигло его. Отныне хозяином Ордханка стал Древобород, а мрачные подземелья Изенгарда очищены от зла. Но власть Саурона не пошатнулась, ибо для него Саруман был лишь марионеткой, призванной ослабить защиту Гондора. В мрачных землях Мордора Саурон готовил свою армию. Его война еще не началась. На севере, в пещерах и копях Мории таится грозная опасность. Именно здесь когда-то Гэндальф сражался с Балрогом и поверг его. Эта победа стоила старому магу жизни, но она позволила Хранителю Кольца спастись из мрачного лабиринта пещер. Но в сердце Великого Подземного Королевства все еще бродят гоблины и иные злые твари, и число их растет. Сегодня настал день, когда свободные народы отвоюют Морию. Их поведет в бой гном Гимли, сын Глойма. Однако в этих древних пещерах нужно быть осторожными. Возможно, здесь таится неведомое зло. Спешите к гробнице Балина! Гимли ждет нас там! Собираемся у гробницы! Благим ветрам нет пути в эти мрачные пещеры. Я чувствую, что здесь таится зло. Собираемся у гробницы Балина. Гимли будет ждать нас там. Не очень-то ты торопишься. В другой раз не стану ждать всяких там эльфов. Мы окружены. Выхода нет. Враг не должен захватить гробницу. Они вышибли двери. Это пещерный тролль. Сейчас гном покажет вам, как... Не отступать! Они прорвались сюда с лестницы! Бежать из этих мрачных пещер к лестнице. Тролли не должны выбраться из клетки. Из этой клетки выбрался тролль. Мы должны захватить ее! Поднимите рычаг! Закройте клетку! Убейте лучников!
больше не будут нам угрожать. Захватите мост Хазад-Дум. Оттуда мы двинемся вперед. Нельзя медлить. Нам надо захватить мост Хазад-Дум. Пишите, мост должен быть нашим. Захватить мост Хазад-Дум. Мы захватили мост Хазад-Дум. Теперь вперед! Гэндальф ждет нас в первом чертоге. Мы должны присоединиться к нему. Отважное деяние! Вы осмелились войти во мрак Мории и сумели вернуться живыми. Тварь из глубин пробудилась вновь. Нам придется биться с Балрогом, иначе он убьет всех! Бегите, глупцы! Ваши мечи здесь бесполезны! Средиземье. Балрог Моргота наконец побежден и низвергнут в бездонные глубины земли. Древняя обитель гномов отвоевана. Злобные твари, населявшие ее, изгнаны и не вернутся никогда. Но освободителям Мории рано праздновать победу. Темный властелин Саурон вывел на бой свои армии. Возможно, эта битва решит судьбы мира.
Озгилиад также должен сыграть свою роль в войне. Фарамир привел сюда Хранителя Кольца, но затем позволил Хоббиту продолжить путь. Сейчас в крепости остался гарнизон солдат Гондора. Воины, защищающие этот форпост, надеются, что Фарамир и его следопыты вернутся на рассвете. Однако орки наступают. Их становится все больше, а Надежда — не самый надежный щит. На восточном берегу Андуина царит зловещая тишина. Защитники Озгилиада остались одни. Тьма сгущается. Единственная надежда для отважных сынов Гондора в том, чтобы дожить до рассвета. Враги собираются на восточном берегу! Будьте наготове! Они идут! Не отступать! Не сдаваться! Сражайтесь! Сражайтесь! Отходят! Будьте начеку! Укрытие! В развалинах затаились лучники! Лучники! Олрик, ты что? Смерти захотел! Оставайся в укрытии! Снова враги! Они не сдаются! Воины! Наши саперы готовятся к обстрелу! Но им нужно больше времени. Мы должны защищать базилику во что бы то ни стало. Даже ценой своей жизни. Не отступать, воины! Не сдаваться! Наши саперы почти готовы. Дайте нам еще немного времени. Держите оборону, люди Гондора! Держите оборону! Отлично! А теперь отступаем! Скорее! Осадные орудия ведут огонь! Уничтожьте их! Это будет хороший урок для орков! Такой обстрел стоил любого риска! Орки прорвались на южном фланге! Отбейте у них убежище! Скорее, убежище! Итилинские следопыты! Присоединитесь к ним в нашем оплоте! Капитан Фарамир вернулся! Наконец-то! Воины! Сопровождайте Хоббита до восточного берега! Помните!
Мы должны защищать его! Даже ценой своей жизни! Назгул! Осторожнее! Не останавливайтесь! Скорее! Рядом с хоббитом! Ты его не получишь! Близко! Скорее! Убейте орков! Хоббит не должен погибнуть! Со мной кольцо в безопасности! Это тролль! Мы должны его прикончить! Хочешь забрать кольцо? Это тролль! Мы должны его прикончить! Прекрасно! Хоббит выжил в Озгилиате и может продолжить путь! Благодарю вас, друзья мои. Мне пора в дорогу. Фармер доблестно сражается с войсками Мордора, однако его воинам не выстоять против бесчетных полчищ врага. Многих постигла злая судьба. Мало кому удалось остаться в живых. Грозные армии Саурона выступают на последнюю битву. Врагу противостоят последние защитники Запада. Если они падут, с ними погибнет и последняя надежда Средиземья. Врагам нет числа, как нет числа листьям в лесу. Кажется, им невозможно противостоять, ибо темный властелин не считается с потерями. Тьма пала на земли Гондора. Зло взяло Минас Тирит в Железное кольцо. Огромные осадные башни движутся к окруженному городу. Полчища орков готовы броситься на стены. Главным воротам приближается Гронт, чудовищный таран с волчьей головой. Воины Гондора отчаянно сражаются за каждый ярус города, отступая вглубь цитадели. Враги теснят их. Подоспеет ли помощь? Воины Гондора, кто бы ни ворвался в эти ворота, я верю, вы не отступите! Защищайте внутренний двор! Враг не должен захватить его!
дать им двор! Враг снова наступает! Держитесь! Наступают! Нельзя допустить, чтобы они захватили ворота! Защищайте внутренний двор! Враг не должен захватить его! Удалось отразить атаку. Поднимайтесь на стены. Мы будем защищать ворота. Орки лезут на городские стены. Разрушьте осадные башни. Бейте их! Зажгите осадные башни! Остановите орков! Баллисты, к бою! Туда! Дальнему концу стены! Скорее! Надо немедленно уничтожить осадные башни! Осадные башни! Остановите орков! Мы отбили атаку! Здесь нам больше ничто не грозит! Нам не остановить орков! Отступайте ко второму ярусу города! Займем оборону там! Наверх! Займем оборону на втором ярусе! Стройтесь! Мы примем бой здесь! Враги захватили первый ярус города! Мы должны защищать ворота второго яруса! Защищайте площадь перед вторыми воротами! Двор до последней капли крови! Не отступайте! Мы должны остановить их здесь!
сблизиться, нам конец! Площадь перед вторыми воротами. Орки захватили этот ярус. Пробивайтесь к воротам третьего яруса. Отступайте к третьим воротам. Займем оборону там. Кроме нас никого не осталось. Мы примем последний бой здесь, на третьем ярусе города. Я Гэндальф. Рассвета. Тролли идут. Остановите их. Мы должны пережить эту ночь. Защищайте третьи ворота! Нужно продержаться до рассвета! Подошло подкрепление! Нужно продержаться до рассвета! Врага трубят! Рохан пришел нам на помощь! Но в самый черный час затрубили рога, возвращая в сердца надежду. Воины Рохана исполнили древнюю клятву и пришли на выручку. Теоден привел всех своих воинов, оставив север без защиты. Оркам придется покинуть город и сойтись в бою с всадниками Рохана. Ныне судьба Гондора будет решаться в открытом бою на полях Пеленора.
Спеша на выручку пылающему Минос Тириту, всадники Рохана ударили в сердце орочьей армии. Ничто на Пеленорских полях не устоит перед яростью Рохирин. Окруженные осадными башнями и огромными боевыми тварями, отважные всадники Теодана должны одолеть бесчетные полчища орков и волчьих всадников. Но если Рохирин нанесут армии Мордора большой урон, против них выйдет сам король-чародей. Его поражение может изменить исход битвы, ибо, как говорят, лишь страх перед ним ведет вперед воинов Мордора. Тащите вперед! Гибель или победа! Осадные башни! Они не должны зайти нам в тыл! Катапульты, огонь! Уничтожить башни! Осталась только одна башня. Уничтожьте ее! Отлично! Осадные башни нам больше не опасны. Мумакил, нужно остановить этих тварей. Атакуйте их! Их. Бейте! Мумакил должны погибнуть! Не бойтесь их! Бейте! Мумакил должны погибнуть! Осталась только одна башня! Уничтожьте ее! Не отступайте! Остался один Мумак! Стойте твердо! Смелое деяние, о воины Гондора! Мумакил больше нет! Отступаем! На помощь! В атаку! На короля-чародея! Не страшитесь, он тоже смертен! Убейте короля-чародея, иначе нам не победить! Сын, я заберу твою душу! Король
Чародей пал! Враги бегут! Мы побеждаем! И все же чаши весов еще колеблются. Пока на поле боя не появляется Арагорн во главе войска мертвых, клятва преступников, чьей ярости не может противостоять никто из живущих. Это была великая победа. Но война еще не окончена. За стеной Черных гор в Мордоре темный властелин собирает новую армию. Чтобы отвлечь око Саурона от Хранителя Кольца, придется пойти на еще большие жертвы. Люди Запада должны сразиться с врагом в мрачных землях Мордора и бросить вызов самому темному властелину. Много веков назад темный властелин захватил крепость Минос-Итил. Теперь это обитель короля-чародея Минос-Моргул, оплот зла, озаренный мертвенным светом. Минос-Моргул хранит не только орочья стража, но и темные чары Саурона. Назгулы на крылатых тварях несут дозор в небе. Люди Запада должны сокрушить врата Минос-Моргула и одолеть таящееся внутри зло, полагаясь лишь на осадные машины и силу оружия. Смотрите, воины! Некогда эта крепость была оплотом Гондора! Захватим Минос-Моргул! Но для этого нужно закрепиться на том берегу реки! Рисковать тараном! Захватите мост! Можем рисковать тараном! Захватите мост! Под защитой Арагорна!
укрепиться в крепости! Прекрасно! Мы захватили внутренний двор! Мы уже в крепости! В этой мрачной тюрьме томятся пленники гондорцы! Мы должны попасть в тюремное крыло! Наверху есть рычаг, который откроет ворота! Отлично! Ворота темницы открыты! Скоро пленники будут на свободе! Вперед! Теперь мы должны ворваться в темницу Минос Моргула и освободить пленных гондорцев! Мы должны освободить пленных гондорцев! Две камеры! Сражайтесь! Осталось захватить одну камеру! Не дайте врагам перекрыть выход! Мы должны спасти пленных воинов! Ваша отвага позволила нам ворваться в темницу и освободить наших братьев! Башню Минос Моргула защищает черная магия! Мы должны уничтожить ее источник! Мы должны очистить башню от злых чар! Чародея!
Поддайтесь страху! Мы должны сокрушить темные чары, хранящие башню! Мы должны очистить башню от злых чар. Мы должны сокрушить темные чары, хранящие башню. Должны покончить с волшебством короля-чародея! Вы сражались отважно, воины Гондора! Все три источника черной магии уничтожены! Колдовская сила! Отважные воины изгнали врага из Минас Моргула, но очистить эту землю от темной магии пока невозможно. Даже если сравнять цитадель с землей, никто не осмелится поселиться здесь, пока не повержен Саурон. Наш бой не окончен. Ибо победить Саурон можно только если Хранитель уничтожит кольцо в пламени Роковой горы.